Здравствуйте. Залез я как-то недавно в свои закрома, искал одну коробку, а нашел вот эту, про которую я, честно говоря, даже и забыл. Здесь больше интересно не содержимое этой коробки, а сама вот эта коробочка. Как свидетель тех далеких дней, когда звезда пыталась развивать свою собственную игровую систему «Эпоха битв». Это набор подставок для этой системы. Так, ничего особо у нее не вышло. В итоге она фигурки, ну, больше как модели такие. И, конечно, можно используйте для других систем, но сама эта система заглохла, как и многое того, что начинала звезда. Это было вообще в очень ранний период. Вот интересно, те наборы, которые звезда на этой коробке рекламирует. Русская тяжелая пехота, русская пешая артиллерия, самурая пехота. Но самураев обзор у меня был. Так, на другой стороне. Греческая пехота, гвардейские казаки, персидская пехота. И на оборотной стороне что-то вроде стартеров звездовских. Сёгун Окэхадзама и атака казаков при Бородино. В набор входит 2-4 подставки, с помощью которых вы можете быстро и удобно перемещать войска по игровому полю. Ну и, собственно говоря, сами подставки. Ну, подставки ничего особенного себя не представляют. Да, тут 6 литников. Вот такие подставки. Не знаю, буду ли я их использовать. В принципе, я предпочитаю круглые, но, может быть, когда-нибудь буду использовать их. Если у вас был опыт игры по системе звезды «Эпоха битв», напишите, пожалуйста, в комментариях. Может быть, надо попробовать скачать правила этой системы и попробовать что-нибудь сыграть. Насколько интересна эта игровая система. Спасибо за просмотр.